Не казалось ли вам порой, что когда за спиной закрывается дверь, в вашем доме что-то происходит? Например, любимые питомцы не просто отдыхают в ожидании вашего возвращения. Вы об Эйвоне и Софи? Да они у меня самые послушные собаки на свете. Не смешите. Я ушла. Ушла? Ушла. Это Софи. Не была замечена ни в каких проделках. Что? А это ее старший брат Эйвон. Уж он-то тем более. Эйвон, мама уже далеко. Ну, привет, адская машина. Жги. Это не шутки, мы встретились в маршрутке под номером 1. Пум-пум-пум. Холодильник. Софи, сегодня я понял, что боюсь высоты. Да ладно, надо открыть дверь, я, пожалуй, тебе снизу помогу. Ну, давай. Yes. Так, сейчас посмотрим. Ну, что там? Ит, открывайся, дверь ситхов. Что? Ситхов? Я всегда знала, что мой брат немножко странный. Еще немножко. Давай, брат. Тужусь, отлично, Софи. Но еще немножко, и я сейчас пролезу туда. Давай, давай. Отлично, открыли. Кажется, Эйвен, здесь для нас ничего нет. Вообще ничего. Ну, нет. Ты хорошо посмотрела. И это печально. Зря только тужился. Эйвен, у меня есть гениальная идея по поводу еды. Равновесие, мой друг, равновесие, мой друг. Иха! Я гений. Удержаться, удержаться. Отличненько сижу. Та-та-ра-та-та, аккуратненько. Давай, трубочка, давай, падай. Эйвен, лови! Что это? Я, кажется, понял. Я сейчас, ой-ой-ой-ай. Равновесие, мой друг, номер наберу. Пусть это будет пицца. Пицца, 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 пицца. Пицца есть, чем гордиться, слушай. И чем гордиться? Что заказываете? Лучше бы была пицца-микрочастица. Что? Ничего. Эйвен, может, закажешь что-нибудь? Нам две пиццы с мясом. И больше ничего не надо? Нет. Соус? Нет. Сыр? Нет. Оливки, может быть? Нет, и можно без теста. Вы шутите? Нет. Эйвен, давай быстрее. Мы скоро доставим ваш заказ. Ой, все, надоел. Эйвен, ты куда? Ой, 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 ай, черт. Достали эти психи. Софи, лучше тебе выйти. Почему? Сейчас я тогда тебе помогу. Туалеточка, иди ко мне, туалеточка. Сейчас я тебя намотаю. Да. Да, Софи. Ладно, я пошла, пожалуй, приму душ. А вы любите уточек? Кря-кря-кря. Я суперкупальщик. Я суперкупальщица. Софи, ты меня пугаешь. Суперкупальщица. Да уж. Надо утку с собой в плавание взять, Эйвен. Как скажешь. Чуть меня на голову не уронил. Ну не уронил. Уточки, кря-кря. Мамочки. Поехали. Ух ты, блин, Эйвен, я создала воду. Так вот, так вот. Ой, упс. Эйвен. Софи, твоя вода льется куда-то не на меня. Она льется на пол, Эйвен. Сейчас поправим дело. Блин. Тьфу, нафиг. Чего ты, блин, поплавали? Да уж. Фигня какая-то получилась, а не плавание. Валим отсюда. Такс. Ну, может быть, другой раз? Ну, может быть. Зато у нас теперь есть плащи. Как у настоящих джедаев. Разве у них были плащи, Эйвен? Когда уже пиццу привезу? Скукотища, Софи. Посмотрим телек. Мой муж ушел к теще. Что за фигня? Я экстрасенс, я могу... Да? Мамочки, переключи, Софи. Говорящие мультяшки? Баян. Ух ты. Ужас, Софи, просто детский мультик. Переключаю. Нет. Брачные игры свиноногих бандикутов – это очень интересное занятие. Врубай, брат. Скажи, что я великий бог. Да, ты великий бог. Ютуб. Дел не в проворот, Гиджет. Ни одной свободной минуты. Я буду сидеть здесь и ждать, когда Кэти вернется. Играем! Где я, Софи? Тяжелый был день.
мастерство. Тяжелый день. Что это? Делаем вид, что спим. Пицца есть чем гордиться. Две мясные, ваш заказ. Пицца. Кря-кря-кря. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.